Обласны центр так само долучился до республиканского субботника. Во всех районах Гомеля велись работы по добропорядкованию территории. У их принимали удел супрацовники предприемства и организации города, так само представники улады. Гомельшане наводили порядок у парках и скверах, прибирали листья, сбирали смети и саджали древы. Так, например, старшиня гарвыканкама Петр Кирышенко и представники структурных подразделений отправились на каскад озер у Волотове. Разом с супрацовниками предприемства «Червоный гвоздь» Дик, и они высадили 20 молодых лип. В последние годы озеленение города стало одним из приоритетных направлений. Последние годы, действительно, вот, особенно надо отметить прошлый год, текущий год, количество деревьев, кустарников, которые высажены в нашем городе, они просто в разы больше, чем предыдущие годы. Это, конечно, радует. Причем активное здесь участие принимают трудовые коллективы наших предприятий. В первую очередь это делается за счет их средств и их руками. Это, конечно, вот, ну, дорогого стоит. Я хотел бы всем сказать им большое спасибо за то, что они не просто на словах, а на деле вот так бережно относятся к нашему городу. Усяго у республиканском субботнику сегодня приняли удел каля 120 тысяч горожан.